В этот теплый августовский вечер на площадке перед домом офицеров собрались десятки самарцев послушать известные и проверенные временем мелодии. Старшее поколение подпевает и танцует, резвится детвора, кто-то останавливается, проходя мимо. Татьяна и Алексей кружатся в танце. Они уже не первый раз посещают такие музыкальные вечера. Свой визит планировали заранее. После работы прибежали. Самое хорошее время, пятница, вечер, конец рабочего дня. Такая музыка прекрасная, погода прекрасная. Почаще бы таких мероприятий. Мы бы каждый день ходили бы. Бесплатный концерт под открытым небом прошел в рамках проекта «Летние вечера духовой музыки». Их проводит Дом офицеров Самарского гарнизона и военно-исторический клуб «Бессмертные гусары» во взаимодействии с командованием 2-й гвардейской общевойсковой армии. Мы в исторической форме верхом открыли этот замечательный вечер. Я, честно говоря, давно не сидел верхом, и сегодня почти 2 часа мы походили. Я действительно счастлив. На этот раз на сцене перед зрителями выступал военный оркестр Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии по Самарской области под руководством дирижера майора Олега Чемоданова. Я рад дарить живую музыку каждые выходные для гостей и жителей города. Будет звучать как оригинальные произведения для духового оркестра, как эстрадные произведения, также переложения симфонического оркестра. Такие вечера – это продолжение традиции Самарского военного оркестра 214-го пехотного Макшанского полка Русской императорской армии под руководством Ильи Шатрова, автора знаменитого вальса «На сопках Маньчжурии». Настроение отличное, очень здорово придумано, людям создает настроение. Я думаю, что им нужно немножко расслабиться от трудовых будней, здесь прийти и отдохнуть, пообщаться, также может даже кто-то с кем-то познакомиться. Планировали свой визит, хотели послушать музыку. Просто приятно, когда такие мероприятия проходят в городе. 26 августа пройдет завершающий концерт в рамках этого сезона. Для зрителей выступит военный оркестр 15-й гвардейской отдельной мотострелковой Александрийской бригады под управлением военного дирижера гвардии майора Вячеслава Ворушилова. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Максим Гусев. События.